Судебным приставам разрешат вскрывать двери в дома, куда газовикам долгое время отказывали в доступе. Принудительное вскрытие квартир коснется тех, кто отказывает в доступе для надзора за переустройством и перепланировкой или для обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Принудительный доступ будет производиться судебными приставами в присутствии понятых на основании судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля. В документе говорено, что судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом и разрушение запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанное помещение. При этом все расходы на принудительный доступ лягут на хозяина квартиры. Нередко, чтобы скрыть нарушение, потребители просто не пускают газовиков в свои дома и квартиры для проведения проверки. Часто из-за недобросовестности одного жителя страдают соседи. Некоторые потребители просто не открывают двери без объяснения причины. Если в доступе отказано, но контрольная опрессовка показала негерметичность системы, газовикам приходится отключать газ по всему стояку. В результате из-за одной недоступной для проверки квартиры страдает весь подъезд или полностью весь многоквартирный дом.